Вы знали, то что у меня есть свой второй канал. Перейдите по ссылке в описании и подпишитесь на этот канал, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать там новые видеоролики. На этом канале я буду снимать деревню жителей номер 13, то есть что-то типа как компот, пиксель и всякое такое. В принципе, это довольно-таки крутая тема, она мне очень нравится, так что, друзья, если вам она нравится тоже, подписывайтесь, а также смотрите там видосики. Там видосики будут выходить раз в неделю, а может быть даже чаще, в зависимости от актива. На первые 500 подписчиков я запущу стрим на этом канале. Ну что ж, переходим к видосу. Так, 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 опа. Всем привет, дорогие друзья, с вами Костыль, добро пожаловать на новенький видос. Я вот как бы вот решил включить это древнее дерьмо, конечно, да. Вы сейчас, наверное, спросите, где я сейчас нахожусь. А я, друзья, сейчас нахожусь в своей хате. Ну как своей, я ее снимаю как бы, да, просто чисто. Ну как бы вот, это съемная хата, друзья, я здесь живу. Вот как бы, если вы задавались вопросом, где все это время в этом городе я живу. Вы, наверное, думали, что я живу в машине, там, не знаю, в участке, наверное, полицейском. Нет, друзья, я как бы только сразу сюда приехал, как только сразу получил зарплату, я снял эту хату. Конечно, она убитая, ужасная. 15 изумрудов в месяц, конечно, это ну, довольно-таки дорого, да. Но она, конечно, блин, наоборот, даже дешево. Да, дешево. Она, конечно, страшная. Здесь туалет просто, я не знаю, с чего он сделан. Здесь вот зеркало, друзья. Да, это зеркало. Не знаю, что с ним, конечно, ну да ладно. Короче, вот я живу, вон там вот напротив меня есть, как бы, вот что это такое вообще. Это... Не знаю, тоже какой-то магазин, наверное. Здесь у нас маг, который закрылся, в принципе, на это ничего нового. Там пляж, там вот этот мост, а там через мост уже как бы участок. Ну, вы наверное, это все знаете. Вот такой вот, собственно, дом. Давайте немножко рунтура проведу. Здесь у меня вот такие вот, собственно, две тумбочки. Так, здесь у меня вот как бы подъезд. Вот такой вот, да. В принципе, ну, чем богато, как сказать. Да, в принципе, вот такая дверь самая обычная, ну, в принципе, да, как в хрущевках, как бы, да, это хрущевка, в принципе, однокомнатная квартира, но, в принципе, комната довольно-таки большая, это очень даже хорошо. Здесь вот такие вот два цветочка есть, вот такие вот тумбочки, две, здесь вот еще одна такая вот штука, я не знаю, что это такое, тоже какая-то, наверное, достричная, есть какие-то книжки, я их даже никогда в жизни не трогал. Сюда, я думаю, можно телевизор поставить, но у меня нету телевизора, у меня есть только вот такой вот древний достричный компьютер 98-го года, как здесь написано вот здесь вот на листочках. В принципе, какая-то книжечка тоже, вот еще одна книжечка, только я ее не открывал, эту решил открыть, и, блин, я не понимаю, это древние какие-то африканские какие-то вот буквы, я не понимаю просто реально. Вот такой вот стул каменный, в принципе, ну а что, друзья, Советский Союз как бы, да. Ну ладно, вот такой вот сундучок, в принципе, тут мои лежат вещи. Да, кстати, давайте, друзья, сейчас перекусим. Как раз таки я хотел уже, ну, захотел кушать, друзья, давайте перекусим хлебушком. Так же вкусно. Короче, друзья, вот выпьем воду, вода все равно не вкусная, но ладно. Друзья, короче, что я хотел? Я, друзья, как бы, ну как я, как бы, ну, как вам это все сказать, я не знаю. Короче говоря, друзья, мне нужны бабки, потому что, ну, если вы смотрели предыдущую серию, как бы, ну, если вы смотрели, да, то как бы этот, мне там как бы прокололи покрышки на BMW, и как бы, получается, у меня сейчас нет автомобиля. Ну нет, он есть, я, конечно, еле кое-как доехал сюда, друзья. Сейчас я вам, друзья, даже покажу. Мне там этот Павел Юрьевич обещал премию, в принципе. Но премия будет, друзья, в конце месяца. То есть у меня всего, друзья, сколько? 44 изумруда. Офигеть, друзья, почему так мало? Почему так мало? Я не понимаю. Обалдеть, друзья, я в шоке. Я просто в шоке, я не знаю. Вот тут у меня документы лежат, всякие вот, всякая еда, здесь у меня так, это оружие, наверное, с собой нужно, вдруг кто-то зайдет, знаете, тут бомжи тоже ходят иногда. Ну ладно, короче, я вам покажу, друзья, где стоит моя BMW. Она стоит даже в таком нестандартном месте, конечно, потому что, ну, как бы это город, тут нету гаражей, вот, знаете, как в деревне. Тут нету гаражей, то есть, ну вот, как бы, вы думаете, где стоит моя BMW, как бы вот. А она стоит там. Короче, по поводу премии. Премия, друзья, будет у меня в конце месяца. А поскольку сегодня какое, 9 или 10 число августа, да, как бы, ну, это как бы плохо, да, ну вот. Здесь вот какие-то знаки непонятные, ну да ладно. Короче, друзья, вот зачем я сюда зашел? Вы думаете, что дебил, зачем ты сюда пришел? Где тут твоя BMW? Нету здесь ничего. Ну так вот, здесь есть вот такие вот заброшенные домики, в принципе, тут бомжи иногда живут. Ну это иногда так просто. Мы заходим вот сюда, потом идем вот сюда, и тут, друзья, да, здесь стоит BMW. Я ее сюда загнал, не спрашивайте как, но я все равно отвечу. Вот за эту вот листву можно убрать, и тут как бы будет выезд, как бы, ну, да. Вот здесь выезд есть, я просто листву это все закрыл, чтобы тут бомжи не лазили.
Ну, в принципе, ладно. Вот, как вы видите, покрышки, друзья, спущены. Ну, то есть, ну, это трындец какой-то, вот, видите, это капец. Я в шоке просто. Мне взяли просто и какой-то мужик какой-то взял и спустил покрышки. Я просто в шоке, я не знаю, что делать, то есть, ну, я сейчас без машины, вообще без машины. Если бы, друзья, вы видели, как я ехал, не знаю, километров 40, наверное, максимум, это просто трындец какой-то. Да, то есть я очень долго ехал, не знаю, наверное, часа, наверное, полтора, мне нужно было проехать полгорода, чтобы приехать вот сюда, как бы, ну. Да, это шлагбаум я поднимал, потом опять ставил сюда, засыпал это опять все листвой, ну, как бы, ну, да. Чтобы казалось, как бы, ну, что там, ну, короче, друзья, вы, наверное, все это понимаете. Короче, друзья, суть этого видео вы, наверное, уже поняли. Я хочу ограбить банк. Да, не называйте меня придурком, но я, конечно же, такого еще не делал, такого масштаба, так сказать, ограбления. Но опыт уже имеется. Но, блин, друзья, ну, по мне, наверное, видно. Короче, для начала, друзья, для начала, мне нужна какая-то неприметная машина. Именно поэтому мы сейчас пойдем и, собственно, будем искать себе машину. Вот, друзья, Мак, он закрытый, вот, закрыто. Блин, как же жалко, что закрылись все магазины, вот эти вот маки, вот эти вот все. Ну, в принципе, ладно. Блин, я же еще не подготовился, еще, друзья, солнце уже садится. Наверное, это буду завтра делать. Опа, друзья, вот и машина. Что? Чирок, друзья, офигеть, или это не чирок? Джип какой-то. Да, это чирок, походу. Так, друзья, если я возьму чирок, это будет как бы... Так, а ну-ка, давайте здесь пройдем, пройдем. О, здесь проход есть, обалдеть, друзья, прикольно, прикольно. Так, вот, это, друзья, джип, да? Ну, это чирок вроде бы, да? Джип, да, джип. И джип, и чирок, ну вот, друзья. Не знаю, конечно, зачем мне чирок, но он, конечно, красивый. Ну нет, мне нужна машина, знаете, какая-то вот попроще, попроще. Знаете, какая-то там Жига там или, не знаю, Волга какая-то, типа, да? Чтобы потом ее можно было уничтожить, типа, ну, знаете, как в сериалах там всяких крутых, знаете, вот. Ну, чтобы уничтожение улик там, вот это все. Ладно, друзья, сейчас найдем, друзья, сейчас найдем. Так, блин, ничего нету, реально. Блин, ну я не знаю других мест, где находятся машины. То есть, конечно, металлоприем вот здесь вот, но... здесь, да, здесь ничего нет. Здесь только металл. Он мне не нужен, как бы, да. Так, так, давай, давай, давай. Опа! Фух! Наконец-то, ё-моё! Сколько времени потратил, не знаю, наверное, 3, минут 30, наверное, капец, друзья. А вот магазином от пистолета, оказывается, можно делать многие вещи, капец. Я открыл только что магазином, вот, видите? Пистон мах, это я в шоке вообще. Я открыл только что замок черка, вот, джипа, понимаете? Джип. Джип! Я в шоке, друзья, я просто в шоке. Ну ладно, друзья, это не так важно, поскольку я, друзья, только что взломал, ой, взломал, как бы, этот чирок, друзья. Теперь у меня есть плюс один автомобиль. Конечно же, я это все делаю напротив полицейского участка, это как-то странно, да? В котором я же работаю, друзья, вроде бы как. Ну да ладно, друзья, сейчас мы поедем на разведку, а точнее поедем сейчас в, соответственно, этот самый банк. Так, давайте посмотрим, он, кстати, здесь бардачок есть, друзья, и... Чего? Боже мой, как же отлично, друзья, здесь какая-то маска лежит. Что это вообще такое? Так, подожди, какая-то одежда, я не понял. Какая-то вода еще, не знаю. Давайте, друзья, сейчас посмотрим. Так сказать, обзор, то, что лежит в бардачке, в черке, друзья. Так, какая-то одежда, давайте. Нифига себе смокинг, друзья. Опа, о, ё-моё, какой же стильный мужчина, друзья. Вы просто смотрите, посмотрите. Друзья, обалдеть. И вот такая вот масочка еще есть. Так, ну-ка давайте оденем. Хоп, ё-моё, знакомая маска, друзья. Вам не кажется ли, я эту маску где-то видел уже? Ну да ладно, это, в принципе, не важно. Так, также у нас, друзья, есть вода, вот такая вода. Давайте ее бухнем чуть-чуть и... Ой, боже, сколько лет этой воде. Фу, боже, какая вонючая. Ой, боже, зачем я ее выпил? Фу, зря я ее выпил, наверное. Капец, какая она... Я не знаю, такой запах, знаете, воняет. Фу, зачем ее, блин? Я всю бутылку разом выпил, капец. Так, ладно, друзья, давайте это все снимем. Так, друзья, ладно, это все не важно. Тут больше ничего нету, нет, да? Все, хорошо, друзья. Так, заводимся. Так, все, завелись, друзья, и поехали. Ё-моё, какая же... Какой же шустрый этот автомобиль просто. Посмотрите, друзья. Так, нужно потихонечку давать газку. И выезжаем, выезжаем. И, ладно, друзья... Надвигаем, собственно, друзья, поехали в этот самый банк. Так, а вот, друзья, мы и приехали, в принципе, долго ждать не пришлось. Так, давайте, друзья, зайдем вот сюда. Посмотрим, что здесь у нас имеется. Так, все, припарковался я нормально. Фу, просто чисто на разведку, друзья, чисто на разведку. Так, вход, выход, Сбербанк, часы, так, 9:21, выходные. Так, а сколько сейчас, сколько сейчас, сколько сейчас? Так,
20, да так, 20... 20-30, офигеть, друзья. Через 30 минут он закрывается. Так, ладно. Заходим. Опа, здесь уже люди какие-то. Здравствуйте, здравствуйте. Так, да, я занимаю очередь. Да. Так, друзья, здесь все хорошо, так, ладно. Да, до свидания. Это, конечно, странно, знаете, здравствуйте, до свидания. Все, друзья, все вроде бы чисто, я вроде все посмотрел. Я, конечно, да, так просто за 2 секунды, наверное, все посмотрел, но, в принципе, ладно. Я, наверное, все понял. Так, нужно сейчас еще попробовать обойти этот самый банк. Сейчас его, друзья, по-быстренькому ограбим. Я, конечно же, ничего с собой не взял. Ну, друзья, я это первый раз у меня такое. Здесь какая-то дверь. Наверное, знаете, это охрана какая-то. Так, интересно, интересно, интересно. Ну, вроде, друзья, здесь больше ничего нету. Так, здесь у нас что это такое вообще? Как это обойти? Так, ага. Вот. Так, там пусто. Да, там пусто. То есть работает только лишь одна касса. Посмотрите, с трех касс работает только одна. И там... Так, а ну-ка. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Я тут просто посмотреть все. Так, так, так. Здесь все пусто. Здесь... Да, да, да. Так. Что там, что там? Там охранник. Друзья. Так, все. Да, да, да. Все, до свидания. Друзья, я все понял. Это элементарно. Боже, это элементарно. Зайти через ту дверь, если это, если это то самое... То, что нам нужно, друзья. Так, все. Заводи, заводи, заводи. Все, поехали, друзья. По фастику заезжаем сюда. Фу, так, паркуемся. Хупа. Так, закрываем двери. Сразу же открываем багажник. Хотя не знаю, там как его открывать. Но, в принципе, пофиг. Все, друзья, сейчас в инвентарь положим. Вот такой вот я, друзья. Давайте сейчас все сразу подготовимся. Так, вот это сюда, вот это вот сюда, вот это вот, вот сюда. Друзья. Ну, как по мне, это прям люто. Так, все, скоро, друзья, рассвет уже, капец, кажется, или не рассвет, не знаю. Так, так, возьму пистолет в руки. Фух. Стоять, не двигаться, понял, сейчас как ударю тебя, и все. Эй, чувак, ты кто? Не убивай меня, пожалуйста. Все, не стоять и не двигаться, я сказал. Знаешь что, иди-ка сюда, говнюк. Ах ты ж, стоять, тихо. Слушай, ты пошел в жопу сюда, все. Что? Почему так просто? Так, все, тихо, друзья, я очень громко наорал, сейчас, наверное... Блин, а он закрыл дверь, друзья, я даже не успел... Я хотел его убить, знаете, по-красивому, так что в этом сундуке... Опа, друзья, повезло. Капец, друзья, я вам отвечаю сейчас. Это просто капец, друзья. Я его даже, знаете, так убил быстро. Я хотел выстрелить, знаете, по-красивому, так это все сделать и... Ёпаному... Ё-моё, сколько здесь баблища! Быстро! Так, друзья, эффективнее, мне кажется, будет просто сломать сундук, и все. О, он не ломается. Он не лом... Здесь какой-то приват, походу, стоит, я не знаю. Майнкрафт, блин, меня удивляет, капец, он не ломается, реально. Так, все, друзья, забираем все, что только можем. Забираем быстро. Все, что только можем. Что... Так, что выкинуть? Блин, ничего не выкинуть. Так, все, пофиг, друзья. Сваливаем, ё-моё. Быстро, открывай. Поехали, уезжай. Ё-моё, что происходит? Так, друзья, мне кажется, что сейчас нужно уехать, знаете, куда-то подальше. Вот сюда, да. Ё-моё, чуть столб не влетел. Так, друзья, поехали в поле, опа. Хух, ё-моё. Так, а здесь уже поле закончилось. Тут еще какая-то, тут еще что-то есть. Фух, друзья, я в шоке, я просто в шоке. Смотрите, сколько мы всего забрали. Так, все, друзья, теперь это все нужно как-то что-то нужно сделать. А что с этим нужно сделать? Как это в фильмах там нужно? Блин, здесь еще это все, блин, жилые дома. Хм. Так, ладно, друзья, сейчас нужно разобраться, попробовать. Так, там люди, возможно, друзья, в этом магазине что-то есть, не знаю, возможно... Сейчас, друзья, мне бы, знаете, в идеале найти что-то такое, что можно бы, знаете, как Литвин, допустим, сжечь эту машину. Но я не знаю, конечно, что... Блин, это, походу, какой-то, блин, заброска какая-то. Или что? О, сундук. Так, блин, это все... Нет! Как мне повезло, боже! Так, ладно, оставим здесь этот стак. Вот, нет, не стак, конечно, мне впадал стак. Давай, вот, оставляем 20 изумрудов, в принципе. Это взамен на зажигалку. Я теперь, друзья, богач, я богач просто. Я не знаю просто, давайте, друзья... Вот так вот просто. Все, сжигаем, друзья, сжигаем этот автомобиль, сжигаем просто. Все. Фух, ё-моё. Я не забуду. Друзья, на этой хорошей ноте я заканчиваю этот видос.
Потому что теперь, мне кажется, мне точно светит тюрьма. Я ограбил уже банк. Я много чего делал в своей жизни, но банк я не ограблял. Машина, друзья, точно догорит. Я не знаю, где, в каком я сейчас районе нахожусь. Я здесь первый раз. Вот, машина уже там что-то распалась, капец. Фух, друзья, ну а на этом я буду прощаться. С вами был Костыль, всем пока-пока. Я даже, друзья, честно говоря, не знаю, где я. То есть будем... Ага, там какой-то шлагбаум, пошлите туда, друзья. Ё-моё, вот теперь я поистине богат. Фух, так, нужно даже вот будет перекусить, а то я вообще... Фух, еле сюда добрался, капец. Ё-моё. О, что? Мне кто-то звонит. Не понял. Кто мне звонит уже? Давно мне, друзья, кстати, никто не звонил, обалдеть. Фух, так. Алло, здравствуйте, кто это? Алло, это Костя, да? А кто говорит, да? Меня Костя зовут. Кто говорит, а? А, что? Костя, боже мой, приезжай в деревню, спасай нас, спасай нас! Что?